Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом выпуске я покажу вам довольно интересный вот такой вот набор монет. На самом деле у меня есть небольшая коллекция с наборами. Я вкратце также ее покажу. Если интересно, продолжайте смотреть. Некоторое время назад на сайте Violity я встретил довольно интересную подборку наборов, которые делаются по частному заказу, и мне захотелось посмотреть вживую, как же выглядит этот набор. Вот сейчас вы видите, какие наборы уже продавались на сайте Violity. Я, кстати, рекомендую посещать и просматривать интересные лоты, регулярно там покупая, ссылочки я оставлю в описании. Ну, в данном случае я конкретно покажу вам один из таких наборов. Как мы знаем, наборы Национальный банк издавал в разных абсолютно форматах. И, например, если мы посмотрим на самые первые наборы, кстати, есть у меня на канале обзор, зайдите, посмотрите. Это первый набор, и довольно он интересный и красивый. Рекомендую посмотреть обзор на моем канале. Также вот самый первый набор, который был еще с карбованцами, да? Вот можем посмотреть. Распаковочка у меня тоже есть на канале, можете зайти посмотреть. Довольно прикольно и красиво выглядит этот набор. Ну, не все наборы у меня еще есть в коллекции, но постепенно она пополняется. И вот, кстати, вот такой я разыграю на 15 тысяч подписчиков, вот такой вот набор, уже даже с несколькими монетами. Зайдите, поучаствуйте обязательно в видео, ссылочка будет в описании. Я его для примера тоже взял показать. Ну, что мы видим? Значит, как выглядит вот такой вот набор с частного заказа. Довольно прикольный, очень похож, ну, не очень похож, он один в один с наборами от Национального банка Украины. Такое вот тиснение, можно посмотреть с трезубцем. В плане дизайна, ну, такой минимализм, честно скажу, мне всегда нравится, когда наборы яркие, красочные, когда есть дизайнерская работа. Кстати, вот этот набор, который вот издавался под монету 1 гривну, ну, он по дизайну мне очень нравится, потому что здесь наполнение внутри есть, ну, понятно, цветовая гамма у нас соответствующая. Но вот мне нравится, когда есть дизайн, когда есть много дизайна. Здесь минимализм, ну, думаю, тоже есть люди, которые любят минимализм, да. Вот, кстати, посмотреть даже самый вот обзор, который я снимал по детским рисункам, ну, очень-очень он красочно, классно сделан. Здесь размер такие же, но сделано с минимальным дизайном, но в разных цветах, как мы видим, на аукционах продавались. Такая плотная упаковка и внутренний кармашек. Кстати, сделан, ну, выглядит приблизительно, да, точно так же, как в оригинальных. Я думаю, может быть, даже это и оригинальная капсула. Мы видим в данном конкретном наборе, видим две монеты. И две монеты номиналом 1 гривна, и одна монета номиналом 5 гривен. И вот так они уложены ровненько, ну, относительно ровненько в данный набор. Также тиснение и тираж. Ну, так как это частный заказ, да, кому-то на подарок, возможно, делалось. Вообще, в целом, хранить такие наборы довольно удобно, монеты. И в основном, я думаю, удобнее всего это дарить на подарок. Особенно, когда монеты повышенное качество чеканки. И есть смысл, да, их хранить вот в таком вот виде. Если кому-то на презент, на подарок, довольно стильно смотрится. Что еще видно? Тут тиснение. Ну, я не буду открывать, чтобы ни какая-то ни пыль не попадала туда. Хотя я и в перчатках, но все равно. Что мы здесь видим за монеты? Это монета 20 лет денежной реформы. 1 гривна. Вот. Она у нас, кстати, сейчас я вам покажу, в каком варианте выпускалась, вот в таких вот капсулах, да, и в такой вот сувенирной упаковке. Вот так выглядит данная монетка. Вот ее можно посмотреть, ее характеристики, тираж, да, 60 тысяч, почти чуть-чуть больше, чем гривна 95 года. Ну, довольно, конечно, это большой тираж. Если сравнить с 95-м годом, потому что 95-й потерялась половина тиража. И вторая монета, это вот Владимир Великий 2016 года, наборная повышенного качества чеканки.
тоже довольно прикольная. Кстати, даже видно патина. Патина, которая покрывалась из набора. Доставалась это на монете. Ну, она убирается любыми профессиональными средствами для чистки монет. Ни в коем случае не нужно просто ее там мыть, тереть и так далее. Если у вас возникло желание каким-то образом очистить такую монету, ну, это можно купить средства там или штурмовские, или на профессиональных площадках, или на том же Виолите есть запакованные профессиональные вещи, то есть вы можете протереть. Но я бы вообще не рекомендовал открывать и как-то дополнительно трогать, то есть, ну, если очень желание есть. И следующее это у нас монета 2016 года, то есть полностью комплект 2016 года, 5 гривен, очень красивая эта монета, она мне безумно нравится вообще. У меня даже есть, я специально взял вам показать этот набор, да, в котором, собственно, вот так вот он открывается. И, как я говорил, по дизайну прикольно сделано, действительно ярко, красочно. И вот, собственно, вот в таком вот комплекте эти монеты не сильно дорогие, потому что, ну, тираж соответствующий у нас довольно большой, но довольно круто придумали, сделали вот в такой вот упаковке, да. Если, конечно, сейчас сувенирные упаковки некоторые не любят, потому что это переплата денег, скажем так, переплата денег за бумагу, то в таком формате, когда можно его и поставить каким-то образом, и на полку, и можно по-разному комбинировать, и на подарок, ну, вот такие штуки мне, ну, вот это зашло, очень прикольно выглядит на самом деле. И тут, видите, конкретно расписано по монетам, по тиражам. Но 50 тысяч тираж, конечно, для монеты довольно большой, поэтому она, ну, не супер ценная, но в плане исполнения, в плане дизайна, ну, мне очень нравится. И вообще вся серия монет выполнена, гляньте, в каком стиле, да, с гербами, ну, довольно прикольно. Ну и, конечно, да, герб Национального банка у нас тут есть, обратная сторона. Также мы в этом наборе видим, да, вот такой вот необычный набор. Цветовая гамма, как видите, ну, вот голубой цвет довольно миленько сделано. Мне нравится красный, например, да, я сейчас покажу. И этот цвет. Может быть, даже я себе такой оставлю в коллекции, не знаю. Посмотрю. Вот такие вот наборчики. Смотрите, как вам, напишите в комментариях, как вам нравится дизайн, нравится ли вам минимализм, или нравится вам что-то вот такое яркое. Давайте сделаем голосование. Кому нравится минимализм, поставьте дизлайк видео. Кому нравятся более яркие цвета, когда много разных элементов, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Посмотрим по соотношению, кому какой нравится дизайн. И напишите в комментариях, вот что вам в качестве дизайна хотелось бы, возможно, видеть. Если бы вы, например, заказывали какие-то монеты вот в такой вот упаковке подарочной, как бы выглядел ваш альбом, что бы вы хотели на нем видеть. Возможно, эти идеи будут реализованы, и Национальный банк прислушается к вам. Вот. Ну что ж, друзья, также напоминаю про конкурс. У нас такой вот набор разыгрывается с монетками. Посмотрите, ссылочка на видео в описании. На 15 тысяч подписчиков я разыграю, отправлю бесплатно подписчику. А это вот такой вот мой наборчик. Я покажу, не все монеты у меня еще есть в штемпельном блеске. Осталось мне найти 95-й год в штемпельном блеске. Хоть у меня монета есть, но еще в штемпеле нет. И 2004, 2006, 2012. Вот именно в идеальном штемпеле я еще их подбираю. Ну, думаю, совсем скоро это будет. Вот. Спасибо, что посмотрели. Если видео понравилось, пишите в комментариях и голосуйте, какой дизайн вы бы хотели. Дизлайк, лайк. Всем пока! А теперь конкурс. Для участия вы должны быть подписчиком моего канала, поставить лайк или дизлайк этому видео, написать любой комментарий, он не может быть одним словом, напишите любой вопрос или какую монету вы хотели бы встретить. И как только канал наберет 15 тысяч подписчиков, а это совсем скоро, я разыграю этот альбом и 5 монет и бесплатно отправлю победителю по Украине.